наступили холода, холода, холода. И мерзнут люди иногда, иногда, иногда. Не мерзнет вирус никогда, никогда, никогда. Его никто не звал сюда. А кто-то, может быть, Хубэй или даже Вухань, занес какую-то заразу, какую-то дрянь. Не надо кушать мясо змей и бамбуковых крыс. Переходите, блин, на рис. Коронавирус, улетай, улетай, улетай на свою родину в Китай, и в Китай, и в Китай. Все трын травою и бельем порастет навсегда. Не возвращайся никогда. Хунвейбины, родные мои, побольше пейте витамины, помогут они. Но лучше все же, чтоб здоровьица было вагон, хороший русский самогон. А теща с дочкой троллят, лучше б случилась война. Хорошего, почти не пьющего, блин, пацана. Он как на грех, блин, уронил новый тещин айфон, нарушив гормональный фон. А мама с дочкою с утра вот нашли дурака, выносят мозг у мужика, мужика, мужика. Все это дело иногда мужика достает, и он тихонечко поет. А тещин вирус, улетай, улетай, улетай на Колыму или в Китай, и в Китай, и в Китай. Лети за 3-9 земель и за 8 морей, рази чужих богатырей. А хунвейбины, хунвейбины, родные мои, побольше пейте витамины, помогут они. А если вирус вдруг останется, вас невредим, мы вам почаще отдадим. Если попу отъедать, как кала в лесу, потом неправильно худеть и теряя красу, качать в губу или там в грудь дорогой силикон, колоть щеку гиалурон. Ах, если можно было жрать, мама, по вечерам, и круглосуточно худеть на 1 килограмм, и быть красивой, ну хотя бы в постах Инстаграм, и пить умеренно, не в хлам. А жирный вирус, улетай, улетай, улетай на свою родину в Китай, и в Китай, и в Китай. И среди девок, среди баб, на святой на Руси заразу ты не разноси. А хунвейбины, хунвейбины, родные мои, побольше пейте витамины, помогут они. На наших женщин полюбуйтесь один только раз, они красавицы у нас. Свою родину в Китай, и в Китай, и в Китай. Все трын травою и бельем порастет навсегда. Не возвращайся никогда. А хунвейбины, хунвейбины, родные мои, побольше пейте витамины, помогут они. Но лучше все же, чтоб